Резко отрицательно. Я, в общем, полным ответом, да? Я отношусь к ремейкам советских фильмов резко отрицательно. Я считаю, что это не нужно делать. Создавайте что-то новое и ни в коем случае не старайтесь своим крошечным, современным либерал-демократическим сознанием, проданным и перепроданным несколько раз, пытаться понять тот дух, который был тогда, когда тогда делались фильмы, когда люди делали фильмы просто не получая зарплаты, просто живя этой идеей. Сейчас такие фильмы не происходят. Сейчас каждый фильм стоит миллионы долларов. Смысла в этом морального никакого. Никакого. Это нужно то время, та эпоха, те люди, те сценаристы, те режиссеры и те актеры. Бессмысленнейшая ситуация. Осваивание бюджетов.